Спасибо ребятам, которые подписались на Boosty. Благодаря вам вышел данный ролик. Также огромное спасибо Франческо за его челлендж. Не забудь нажать кнопку подписаться. Приятного просмотра. Оставим вот снизу. Russian, you bitch, fuck off! Понятно? Даю челлендж. Так. Сервер ДВ. Так. Оружие МР 18 без доп. Оружия. За убитого ЧВК 150 РБ. За дикого 10 РБ. Чтоб тупо за дикими не охотился равно. Берешься. Один рейд. Да, берусь. А почему именно ДВшные сервера? Блин, ну ладно. Получается, не сегодня будем делать квесты. Можно было, конечно, оптику взять вообще с кайфом. Наверное, оптику надо было взять, чуваки. Блин, сейчас опять заскамят. Заскамлю себя на челлендже. Главное не спешить. Блин, уже страшно. Уходят. На плюм за типами идти. Они, конечно, сейчас могут убежать жестко далеко. Но других вариантов у меня нету. Вот здесь сейчас опасно пушить будет. У меня ручки вспотели. Азарт. Блин, парни, куда вы пошли? Дайте шума. Только не близко. По-моему, человек. Укрытия нету, мне нужно укрытие. Мне нужно укрытие, чтобы нормально вести с ними бой. Потому что МПшка, она требует всегда спрятаться после выстрела. Да ладно. А как ты узнал, что я здесь? Ага, вижу. Вижу. Один минус. Один готов. Уже не стыдно. Он ранен. Он ранен. Надо тянуть. Тянем время. Так, пушка заряжена. Как я... Бля, походу все. От медведя еще никто. Он мимо меня просто прошел. Пацаны, живите. Он вообще там еле живой. Бля, да как я промазал-то опять?
Боже! Минус 3, хорошо. Минус 3, неплохо. Жалко, что один умер. Был бы минус 4. Был бы минус 4. Да, вот что значит давать стримера челленджа, не зная его подноготную. МР-18, эта пушка очень топовая. Очень люблю эту пушку. Потому что патрон очень летит, ну, там на 100 метров ровно в цель. И причем... Это кто, бот или нет? Болта типов. Минус 4. ЧВК же? ЧВК, блядь, ты мой хороший. Че, приходите сюда еще, пацаны. Я не против, блядь. Я не против. Минус 5. Сюда. Лучше новичков раздевать не будем. Некрасиво это. Юлач. Ну, вообще, патроны дорогие, как бы, брат. Так что давай юлач себя возьмем. Не думаю, что ты... Конечно, может, обеднеешь, новичок. Ну, но патроны тоже. СНБшки все-таки не 5 рублей стоят. Да, патроны нужно окупать. Так, ну вот этого не я убил, жить надо только скинь. Чтоб тоже понимать. Бастионычи. Давай, это не те челка, за которыми я бежал. Это другие. А, те, за которыми я бежал, они как раз вернулись, и чел в меня наступил. Вот это они были, 100%. Я прям уверен. Я все-таки их нашел, ребят. Я догнал их. Александр, Санька. Квестик делал. Флешета, брат. Ненавижу флешеты. Что взять АПшечку? Что взять АПшечку? Ну, ЗБшки стреляют. Или даже ближе к заправке. Да, там в условиях не было выжить, но все-таки, мне кажется, выжить будет красиво. А в Таркове при любом раскладе, если ты ищешь себе приключения на одно место, ты их в одно время найдешь. Не факт, что ты будешь жив. Даже не лутаны, смотри, куртки. Возможно, байт. Мы нормально повеселились. С МРочкой. Ребятам всем GG за файт. Да, ничего страшного, да, там кто-то не заметил. На самом деле даже не важно, новичок или фулка, или опытный там ЧВКшник. Любой может не заметить. Это Тарков, в этом его прелесть. Ты можешь лежать в кусте, и на тебя кто-то внимания не обратит, потому что... То есть чел идет, перед ним идет файт, война, и он такой, так-так-так, осматриваемся. А ты лежишь вообще на самом, ну, недефолтном месте. Точнее, наоборот, на самом дефолтном. И чел тебя не замечает под ногами. И нормально, не расстраивается нам. Будь я на его месте, я бы тоже посмеялся. Наоборот, такой, как его не заметил вообще, боже.
Спасибо тебе за просмотр ролика. Надеюсь, ты не забыл нажать кнопку подписаться. Увидимся совсем скоро.